Екатеринбурге простились с аспирантом из Габона. Франсуа умер после ножевого ранения, которое получил в драке у закусочной в центре города. Мужчине было 32 года. Он получал образование в Екатеринбурге и планировал вернуться в Африку, чтобы развивать экономику своей страны. На траурную церемонию пришли родственники, друзья, преподаватели и ректор Уральского федерального университета. Он был душой африканского землячества. Он был и формальным, и неформальным лидером. Он защищал интересы африканских студентов на любом уровне. Он очень любил учиться. Ему нравилось учиться. Он хотел, у него была жажда образования, у него была жажда знать. В 2019 году Франсуа разработал предложение по интернационализации национальных валют стран Африки. Тогда же он стал одним из семерых, кто получил звание «Иностранный студент года». Напомню, конфликт, закончившийся трагедией, разгорелся в кафе быстрого питания, предположительно из-за девушки. Студенты из Африки ударили ножом после словесной перепалки. Нападавшего задержали в тот же вечер, сейчас он находится в СИЗО. На церемонии прощания также присутствовала сестра Франсуа. Она транспортирует тело брата на родину. Оливия признается, что боится преследования со стороны друзей нападавшего. Мой брат всегда был, во-первых, он был красавчик, элегантный человек, всегда дружил со всеми, несмотря ни на что, всегда защищал всех, тоже несмотря ни на что.